Эй, здорово. Ну что же, продолжаю бегать в финалке. Так, нам куда? Уже нам куда, да? Так, нас траванули. Как вот сразу всем тут, блядь, понравилось? Там. Не будем мерить. Так, все нам сюда. В принципе, они объединились и проходить там за раздвоение, за друзей. Думаю, нет смысла. Ну так узнать там, если пару роликов покажут. Че да как вообще? Дружище, постарайся не отставать, ладно? Неужели?
Интересно, куда приедем? Давай быстрее, не трать время. А то я не знаю. Ну, вдруг. Так, последним было интересно, что там еще за выбор. Взять. Поиграть. Это интересно. Так. Ох уж эти, блядь, загрузки. Не заскочишь ли в гараж на минутку? У нас тут в Лейдах какие-то странные подземные толчки. Охотники пытаются выяснить, в чем дело, но им бы не помешала помощь. Понял, скоро будем. Спасибо Монике и Дастину. Они помогли нам тут устроиться. Пробовать плоды собственного труда – это что-то особенное. Обязательно повторим. Темно, хоть глаз выколи. Посвети нам. Честно, то есть я просто вернулся. Просто вернулся.
Так. Я так понимаю, чтобы вернуться назад, мне надо... Ну, короче, понятно, что здесь есть одно задание. Принц Нокти! Талкот, у нас для тебя отличный подарок. Стойте! Это же... Альтисианская версия. Что? Но как вам это? Как здорово! Я никак не ожидал, что у меня будет такой. Картуар! Ты ебанат? А Картуар? Картуар? Господи. Так. Я должен понять. Да, вызывай Умбру. Ну-ка. Альтисси, ну-ка, в прошлое Альтисси. Альтисси — это город на воде, если не ошибаюсь. Ха. Смотри. Да, я тупо могу путешествовать по этим. Сейчас выполню картину. Фига себе. А мне сказали, что я не смогу вернуться. Ну, я про тех людей, кто типа прошел ты. Как здорово, что не нужно никого убивать. Так. Ну что, прокатимся? Вот сюда. Thank you.
Охуеть вообще. Как соберетесь назад, зовите! Если бы я знал, я бы уже давно так сделал. Она не по своей воле водит дружбу с Империей. Все знают, что она за независимость. Может, теперь она объединится с воскресшим принцем? Погоди, так поэтому она и ходит в маг. О, боги, ведь этот Весхим тоже из Инсомнии. Ты же не думаешь, что принц здесь? Секретаря снова застали в Мааку. Они с хозяином явно дружат. Наверное, там что-то было. А я думал, морское божество только одно. Что-то встревожило тебя, принц? Или заинтересовало? Просто я никогда не слышал эту историю у себя на родине. А, ты про Бисмарка. Здесь, в Аккорде, его почитают не меньше, чем саму Левиафан. Формально он не бог. Но рыбаки Альтисии считают его одним из бессмертных. Они молятся ему, чтобы он послал им большой улов. Как думаешь, а мне он в этом поможет? Точно не скажу. Есть только один способ это узнать. Говорят, Бисмарк плавает там, где летают стаи морских птиц. Следи за ними, и, возможно, ты его увидишь. О! Кто приехал? Проголодались, да? Знание — сила, как говорится. Вы же уже не капризничаете за столом? Триста тысяч? Серьезно? Хорошо, сейчас сделаю. Началось! Я смогу приготовить это в лагере. Но имейте в виду, задача на мастерство, а не на удачу. Отлично. Этого хватит на некоторое время. Все в ваших руках. Этого хватит на некоторое время. Отлично. Вы поосторожней там. Славно. Куда плывем? Я даже не знаю, куда мне. Пойди сюда. Там надо подняться и обойти, да?
понимаю, что надо проходить сюжет, но сейчас пока на время прервался от сюжета. Знакомству, джентльмены! Я думаю, сюда, да? Это вы, охотники на призраков? Проходите, Лакшми находится внизу. И здесь специальная территория. Этот город настоящий лабиринт. Постарайся не заблудиться. Сейчас мы увидим этот знаменитый шедевр. Печально знаменитый. У меня у одного мурашки по коже. Так вот она какая, это Лакшми. Здоровенная. Что это, туман? Что же это такое? Смелая дамочка. Бронь, снимай! Я на такое не подписывался! Давай, снимай! Есть! Скоро! Мы с ней разберемся. Так. Проба? Иногда я сам себе удивляюсь. А меня удивляет твое самомнение. А меня, если честно, удивляет то, что мы вообще вышли. Что за картина, блядь? Ужас какой-то. Очень интересно, Нокт. Так. Задание. Ладно, все это ночью. Прокатимся!
Плохо, что нельзя это ускорить. Соберетесь назад, зовите! С моря прямо на прилавок. Не по зубам. Что вас привело сюда? Хотите поскорее испытать свои силы? Вам всегда рады. И то верно.
вопрос на миллион. А что мы видим? Бегал, чай наливал. Так, что мне надо до ночи, мне надо отдохнуть. Как не получится. Здравствуйте, остановитесь у нас? Остановимся на ночь. Мягкие постельки! Нет, мне надо... Почему я не могу время себе выбирать? Сколько мне отдыхать? Мне нахуй не надо вот это. До утра, блядь. Да у тебя половина фоток, селфи. Хэштег мне и так хорошо. Че ты, блядь, затылок ухватываешь? Доброе утро! Привет! Да пиздец. Че типа мне делать? Да, блядь. До встречи! Он стоял, смотрел на церковь. Так, ну-ка, выйду-ка в море. Ну что, прокатимся?
На напор. Это подзагрузка нахуй убила. Так, что там за задание, да? Второе морское божество. Соберетесь назад? Зовите! Леди Дена. Так, ну вот поди порт. Королевское судно. Только не потопи его! Находясь в море, вы можете отдыхать, ловить рыбу и фотографировать. Когда решите путь дальше, вернитесь в капитанскую рубку и сядьте на место капитана. Ручной режим. Ачивка первого плавания. Найдите рыбу с помощью радара на правом верхнем углу. Бросьте якорь под небольшим неподалеку. Приступить к рыбалке. А ты точно можешь вести корабль? Ну да. А что, сам хочешь порулить? Да ладно тебе. Все будет хорошо. В открытом море врезаться некуда. Ну зачем ты так? О. Так я свободно могу, да? Так, теперь надо знать, как отсюда выплыть. Вот. А вот вспомогательное управление, вижу, что включается. Эй, но! Давай тут сфотографируемся! Отлично! Кадр будет суперский!
Найти рыбу – это же половина удовольствия. Сейчас сниму. Прикольно. Ловить рыбу. Вообще охуенно. Наконец-то настоящая рыбалка. Наверное, это сон. Еще немного, и я сам усну. Да тут нет, это нихуя. Ой, тут, короче, у меня еще делов в этой игре. Очень много. Интересно, что быстрее? Этот корабль или регалия? Регалия, конечно. Но было бы неплохо, если бы этот корабль тоже мог развивать такую скорость. Всегда можно переделать регалию так, чтобы она не... Держитесь крепче. Вот радар, на нем появляется рыбы. Э? Суки. Представляю, сколько здесь рыбы! Заодно его навык прокатить нихуя там. Поверни удочку к рыбе! Смотри, какая здоровая! Да вообще что-то какое-то охуевшее. Я-то думал, у меня на озере там проблемы. Не, сейчас она проебется сейчас. Ну что, готовься тащить. Какую здоровенную упустили, а? Сука. Это хуйня там плавает.
Ты молодчина. А, на, ты хоть отреагируй. Это ж хуйня какая-то. Он крупный там самый, блядь. Рожи охуевшие такие. Поехали! Обалдеть! Поверни удочку, крылья! А чтобы она не плескалась, короче, да, вот так вот и делаю и подтягиваю. Да, все окей. Бля-бля-бля-бля. Начинает плескаться. Просто веду. Сюда. Теперь тяну, 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 тяну. Эх. Сука. Сука. Ты заебалась с стороны в сторону. Ого, это что еще за рыба? Что это за хуйня? Ух ты, смотри. Да нахуй. Молодец, чувак! Чувак! Там у нас чё? Нет, да? Типа щуки какой-то там. Типа такая же. Крючок! Здоровенная клюнула! Полегче с леской! Бля-бля-бля. Не плечь. Не плескайся, мразь.
Это что-то новенькое. Это такое же. Вот это рыбина! Нет, еще больше. Громадина! Посмотри, какая здоровая! Но, хватит тянуть! Ты молодчина! Ладно, заканчиваем рыбалку. Ты вообще... Ну-ка, отдохнем. Так. Шум волн так успокаивает. А в смысле никакой прокачки, вообще ничего, что? А, то есть та пьеса, то есть в этом районе я должен. Здесь море кишит рыбой. Нокт, может, наловишь нам на ужин? Спасибо. Ладно, думаю, на этом я уже на сегодня буду заканчивать. Еще у тебя доброго, до скорого. А я буду продолжать заниматься этой хренью.